Милана, зачем ты пришла к этому злому парикмахеру? Посмотрите, что он сделал с твоими косичками. Так, а кто же у нас злой парикмахер? Давайте взглянем на него. Вот его ножницы. А вот что он делает с ее прической. Боже ты мой. Кто же это? Нет! Ой, подождите. Так это же мама. Мам, ты что делаешь? Папа, у нас мама добрый парикмахер. Это только в вашем Роблоксе бывает злой парикмахер. И теперь нам придется от него сбежать. Да, точно, в Роблоксе реально злой парикмахер. Побежали, сбежим от него. Добрый день, я хотел бы у вас сделать новую причесочку. У вас можно подстричься? Ха-ха-ха! Конечно можно! Садись на это кресло, сейчас я тебя постригу. Нет, парень, не делай этого! Он мне все испортил! Посмотри, что у меня за волосы! Боже ты мой! Молчать! Садись, я сказал, сейчас я тебя постригу. О, боже ты мой, Милан! Как ты думаешь, там садиться или нет? Вот ради этого мы ехали 3 часа сюда? Как-то мне он не нравится, он какой-то злодейский парикмахер. Угу. Садись, говорю, я тебе сейчас сделаю шикарную прическу. Ха-ха-ха. Нет, что-то ты мне не нравишься. Побежали отсюда. Пойдем посмотрим, что у них за парикмахерская. Что у них на полке там было? Давай взглянем, что у него на полке. У него на полке что-то, какая-то жидкость. Он, наверное, ей портит прически людям. Нет, он красит в розовый цвет. В розовый цвет? Мне уже красили таким баллончиком. Эй, куда бежишь? Я говорю, садись! Да нет уж, приятель, спасибо. Я пойду лучше проверю, что у вас тут за парикмахерская. Господи, гигантский. Ничего себе расчески у него. Я говорю, кого он ими расчесывает? Людей, что ли, что-то? Это какие-то у него гигантские люди. Он так ими прям царапает людей, не расчесывает. Пойдем здесь что-то посмотрим. Слушай, у него губы такие странные. Это же какая-то салон красоты, это губная помада, мы по ней прыгаем. Гигантские ножницы, боже ты мой. Ладно, походим по ним. А это что такое? Это тени. Это разная штука для... Это тени. Тени, окей, тени для глаз. Это BBD. Да. А, ладно, прыгаем, поедем. Заходим в следующий кабинет, друзья. И здесь у нас... Что? Это штуковина такая, которая выпрямляет волосы. Да. Как она называется? Утюжок? Выпрямлятель волос. Это выпрямлятель волос. Окей, да. Мы прыгаем через него. Друзья, может быть, она как-то называется по-другому? Напишите в комментариях. Мы уже делали таким кудри. Через этот выпрямлятель волос уж больно тяжело перепрыгнуть. Он очень горячий. Ай! Он очень горячий, поэтому тяжело перепрыгнуть. Я ошпарился. Деревянный пол у них. Есть! Отлично! У нас здесь есть магазинчик. Давай посмотрим, что здесь можно купить. Ух ты. Поняшка. Поняшка? Зачем нам поняшка? Боже ты мой. 500 рублоксов! Да вы что, ребята? Боже ты мой, это очень дорого. Ладно, заходим в следующий кабинет. Ой, это ногти стричь. Я думаю, нет, это не ногти стричь. Это, наверное... это же такая штука. Смотри, мама вот так им стригет. Мама им вот так им стригет. Да, это оно. А мне кажется, друзья, это такое специальное лезвие, которое стригут мужчинам бороду. Ну, напишите в комментариях, так это или нет. Мне кажется, так. А Милана думает, что это ногти постригать. Ну, ладно, пока вы пишете, я пойду гляну, что в этом окошке. Ой. А там дам тебе горошка. Идем туда. Сюда? А что сюда там нельзя. Светится? Я не знаю, там у них что-то в кабинете. Давай заглянем. Там какой-то, я не знаю, излучитель непонятный. Но мы с тобой уже вышли на улицу. Я думаю, что мы скоро сбежим с этой парикмахерской. Здесь нужно быть осторожным. Мы уже вышли в город. А мы тем временем зашли на, да, на самое опасное место. Оголённые мы находимся провода. На проводах. Оголенные. Тут пока... надо отгадать, наверное. Нет, пока ничего не надо отгадать. Тут только нету, кстати. Кто все время открывает двери? Господи, закройте двери там уже. Так вот они куда. Постригают людей и потом делают такие какие-то манекены из причесок. Для чего? Непонятно. Или это не солома, это волосы людей! Точно! Они сюда собирают волосы людей! Для чего? Чтобы в них купаться? Наверное. Так, а это вот это лысину делать.
Это, в общем, стригучая машинка, которой можно постригать, ну, не только лысины, но можно еще и просто коротенькие стрижечки делать. И прически разные такие дерзкие. Да. Они сюда упаковывают волосы разных людей. Черные. И потом, наверное, из них делают парики. Там черные волосы. Серьезно? Да, вот. Черные, черные, вот везде черные, черные волосы. Ладно, попрыгали дальше с тобой. Это склад, в общем, волос. Это плохая парикмахерская. Они здесь только портят прически людям. Вообще, зачем мы сюда ехали? Три часа добирались сюда, чтобы понять, что нам нужно сбежать отсюда. По отзывам вроде бы смотрели, было бы все хорошо. Отзывы на 5 звезд. Хорошие отзывы, прочитали. Отличная парикмахерская. Приехали, а там все портят прически людям. Ой-ой-ой, посмотри, это что такое у них тут? Парики. Парики. А в чем это? Что за фиолетовая жидкость? Ну, это, наверное... Средство какое-то для волос? Чтобы красить волосы. А, ну как вариант. Ладно, пойдем дальше в следующий кабинет. Посмотри, как нам тяжело бежать. От него дует горячий ветер. Прыгай, прыгай. Ай, ай. А-а-а. Быстрее, 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 быстрее. Ну же. Заходим в эту дверь. Что здесь у нас? Шампунь, что ли? Или нет, это из баллончика красят волосы. Розовый цвет. Да. Кстати, мы на Family Box, помнишь, красили таким цветом волосы? Да. Ай, хватит! Мамочки! Это было на Family Box, друзья. Видео, кто не видел, обязательно переходите. Постараемся ссылочку оставить в описании. Не забывайте под этим видео тоже ставить лайк. Да, а мы идем дальше. Заходим в следующий кабинет, и здесь у нас гигантские ножницы. А, так, нам нужно через них перепрыгнуть. Все это чтобы задеть. Волосы стричь или чтобы пальцы стричь? А, наверное, волосы. Не пальцы, а ногти на пальцах. Да, да. Смотри. Пальцы стричь. Пальцы стричь. Пол пальца хрясь. И все. Так, смотри, тут у нас дверь эта заколочена, она закрыта. Нам нужно, значит, пробраться сюда. Ой, мы зашли в канализацию, которая... парикмахерская, в общем. Здесь канализация у них есть. Ой, это что, зеленая? Зелененькая слизь тут стекает у нас. Лизун, лизун, кто-то давай, лизуна лизун. Тут делает в парикмахерской. Для чего? Чтобы игрались. Ать! Фух, чтобы игрались? Да. Парикмахеры? Прыгаю по гигантским коробкам. Не знаю, что в этих коробках интересно находится. Так, вот сюда теперь. Делает... Ау! Ау! Замедленное действие. Нам нужно, видишь, на этой коробке есть зеленая такая жидкость. Нам нужно на нее не наступить. Наступить. Все, отлично. Теперь куда? Что дальше будет? Камон! Ой, мы вышли в город с тобой. По-моему, сейчас будет супер забег. 1, 2, 3, go! А от кого мы бежим? Никаких препятствий нету. А, так мы сбежали к себе домой? Так быстро? Так быстро добежали. Привет, приятель. Пианинку тут можно сыграть. Садись. Ты зачем ты берешь ее? Что это? Что? Пошли на крышу. Что здесь? Вот какая-то тучка, смотри. На тучку пошли. Ой, тучка какая-то большая. Ой, мы прям на тучке. Клево. Посмотри, какая гигантская тучка. Ой, а там что? Мы с тобой сбежали от этого злого парикмахера? Да, вроде бы. Я все равно найду вас. И я сделаю тебе супер прическу. Хотя нет. Я испорчу тебе все и постригу тебя на лысо! Ты слышишь, что он сказал? У тебя ничего не получится, слышишь? Мы уже добежали до своего дома. Все, вот он наш дом, родненький дом. А отгадайте, наш желтый, красный или синий дом? Я думаю, что синий. А вы как думаете, друзья? А я думаю, что коричневый, как у тебя на футболке. А, понятно. Привет, хочешь на морской порт? Давай я тебя телепортирую туда. Мы уже там были. Да мы уже там были, приятель, ты что, забыл? Там такая грязь на вашем морском порту. Не-не-не, я туда не пойду. Друзья, ну что, вот такая сегодня была серия у нас. Друзья, ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал Funny Family Games TV или просто FFG TV.
Нажимайте просто красненькую кнопочку, и вы всегда будете смотреть видео самые первые. Ну а мы с Миланой дальше куда-то пошли вверх. Воу! Пап, только не падай, не падай, не, не падай, падай. Не падай, не падай. Всем удачи, друзья мои! Всем пока-пока! Не забывайте ставить лайки. И, кстати, переходите в наш Инстаграм. Ссылка в описании.